Здравствуйте! Сегодня будем изготавливать тычинки. Для наших цветов я взяла рамочку, хлопковую пряжу, привязываем к одному краю нашей рамочки. Можно с этой стороны, можно вдоль, можно поперек, как вам будет угодно. И теперь наматываем на нашу рамочку . Должно быть между нитями расстояние . Потому что в дальнейшем мы будем прокрашивать, проклеивать, покрывать наши нити клеем ПВА. Вот что у нас получилось. Теперь вот этот кончик нужно нам зафиксировать. Завязали. Вот что у нас получилось. Далее нам понадобится клей ПВА. Я взяла универсальный. Мне широкая кисточка. Ей очень удобно наносить наш клей. Осторожненько. Вот я уже капаю, но вы старайтесь аккуратно. Нужно нанести нам наш клей по нитям. Далее нужно оставить нашу рамочку для полного высыхания. Так, наносим с этой стороны и потом с другой. Также с другой стороны. Под нити можно постелить ненужную ткань или газету.
я постелила черную ненужную ткань, чтобы было вам видно хорошо нити, потому что на белой бумаге или на газетке очень плохо видно. Одну сторону. Сейчас приступаем ко второй стороне. Вот. Почему я беру большую кисточку? Вот смотрите, рамка широкая, расстояние между нитями есть. Из внешняя и внутренняя сторона. Когда мы красим с той стороны, мы прокрашиваем внешний ряд у первого ряда и у этого ряда. Перевернули, мы прокрашиваем внешний ряд здесь и у того ряда, чтобы наша кисточка достала до следующих нитей, поэтому я беру большую кисточку. Вот. Чтобы кончик кисточки достал до следующих нитей. Прокрашиваем. Теперь нужно эту рамку оставить на день или на ночь для полного высыхания. Наш клей просох. Ниточка прочная стала. Теперь наши ниточки нужно срезать с рамочки. То, что у нас было на загиб, мы оставляем, не трогаем. Вот эти места неровные, берем их и мусор. Так, вот смотрите, какие ниточки у нас получились. Теперь их нужно ровненько сложить и нарезать на одинаковые отрезки. Сейчас я возьму линейку. Должны быть примерно 10 сантиметров у нас
должны быть отрезки 10 сантиметров. Приготовили наши ниточки 10 сантиметров, длина каждой нити. Насыпаем в чашку столовую ложку крахмала и добавляем столько же клея ПВА. Перемешиваем палочкой, палочка для суши. Я всегда сыплю на глаз примерно, поэтому иногда приходится или досыпать, или доливать. Получается жидковато. Засыпаем. Добавим крахмал. Ниточек у нас очень много, поэтому смеси примерно нужно на 1,5 ложки. Половина кисточек, ниточек с рамочки я оставила белым. Остальные я покрасила в желтый цвет. Они у нас просыхают. Немножко густовато. Чуть-чуть, совсем капельку. Совсем немножко. Такая получается смесь. Она остается у нас, видимо, на палочке, никуда не убегает. Смотрите, что я делаю. Это же палочкой удобнее. Вот. Я приготовила из картона такую подставку, лодочку. Так удобнее будет нам сушить их. Кладем вот на подставку. Со всеми другими нитями проделываем то же самое. Также с двух сторон. Кладем рядышком, чтобы просыхали. Вот наши тычинки. Таких полосочек у меня получилось 4 штучки. Теперь нужно просохнуть им. И далее будем красить. Тычинки у нас просохли. Теперь нужно покрасить их. Можно взять акриловую краску.
желтого цвета, белого цвета, зеленого, коричневого, любой, какой вам нравится. Какой цвет вам нравится, такой берите. Можно покрасить гуашью, но тогда наши с вами тычинки после гуаши нужно будет покрыть акриловым лаком или лаком для сауны, чтобы они блестели. Я крашу лаком для ногтей, чтобы он быстрее просох. Тычинки мне нужны, такие тычинки мне нужны для следующего мастер-класса. Я буду плести гузманию, так что если кому интересно, скоро выйдет мастер-класс по плетению гузмании из рубки. Красная будет гузмания. Нужное количество я крашу, а остальные оставляю. И крашу по надобности, когда плету цветы, чтобы не перекрашивать. Спасибо за внимание. Встретимся в следующем видео.